Ребята, всем привет! И, возможно, в обложке этого видео я напишу, что в эти часы я влюбился. Ну, я серьезно это говорю, потому что они вот очень крутые. Посмотрите на коробку, вот просто на оформление. Посмотрите, как все круто, стильно, прям такие здоровенные, мужские, настоящие часы. Это не шило-мыло вот за 10 долларов там с Китая. Нет, это Kia Select KR2. Это очень крутые часы. Почему я так уверенно говорю о них? Потому что я уже делал 100 тысяч обзоров на часы данного бренда. С каждым разом они все выше и выше берут уровень и делают все качественнее и круче часики. На передней части коробки написано: двухъядерный процессор, 2.5D Dynamic Display, то есть 2.5D дисплей, прям бомбовый должен быть, и свежая версия Bluetooth 5.3. Друзья, сбоку написано у нас о том, что здесь можно мерить пульс, сердцебиение, кислород в крови, ваше настроение, ребята, даже стресс. Вообще можно все-все-все измерить, что вам придет в голову. Как мы видим, написано более 100 спортивных режимов. Здесь прям есть все. Чуточку позже вы сами во всем этом убедитесь. 1.43-дюймовый Full HD AMOLED дисплей с AOD, то есть Always On дисплеем. Мультифункциональная кнопка. Батарея 360 мАч. Полностью детальная информация о вашем здоровье и спортивных режимах. И внутри стоит супер оболочка от компании Kia Select. Это Kia Select OS 2.0. Ну что, ребят, хорош болтать. Давайте открывать коробочку, да, и смотреть, что внутри. Работает, кстати, как с айфоном, так и с Android. Я думаю, это уже все знают. Но я на всякий случай предупрежу, потому что мало ли у вас могут быть сомнения. Итак, в комплекте мне дали вот такой вот дополнительный ремешок в желто-синем цвете. Очень красиво смотрится. Все на магните, напоминаю. То есть ремешки просто клеится друг к другу, не надо там ничего застегивать, вставлять, вот это вот меня вообще бесит. А здесь этого нету, это очень круто, просто магнит, хоп, приклеил и пошел. Ну что ж, открываем коробочку. Встречает нас такая вот защита в красивом красно-белом цвете. Открываем, и вот они сами часы. Итак, рядом мы видим с вами дополнительный ремешок, итого у меня будет 3 ремешка, друзья, очень круто. Каждые пару дней можно менять ремешок. Итак, дополнительный ремешок уже не такой стильный, красивый, и уже никаких магнитов. Поэтому для любителей не магнита, пожалуйста, вам тоже здесь есть подарочек. Итак, в комплекте все как обычно, друзья. Тут уже ничего нового нету. Зарядка такая вот красивая, стильная, в беленьком цвете. Ну и, конечно же, инструкция. И Kia Select, в отличие от каких-нибудь Apple Watch, в комплекте ложит защитное стекло. Ребята, вы слышите? Защитное стекло для экрана ваших часиков. Очень круто. Ну и инструкция для тех, кто не разберется с первого раза. Сами часики давайте будем рассматривать. Металлический корпус. Желто-черный ремешок. 3 кнопки. Скоро узнаем, какая из них за что отвечает. Очень круто, красиво. Ну, все-таки я склоняюсь к тому, что это мужские часы. К женщинам, наверное, вряд ли подойдет. Ну, они такие просто большеватые и брутальные. Итак, на задней части Kia Select, датчики и порт для зарядки. В принципе, и все. Снимаем пленочку, ребят. Одеваем на руки. Вот так вот это все смотрится. Управляются часы через специальное приложение под названием Kia Select. Скачиваешь в Play Market или в App Store. И все, тут ты можешь все настраивать под себя, посмотреть маршрут, который ты пробежал, поменять циферблаты, включить уведомления с разных приложений. Только прежде чем это все делать, конечно, даем разрешение, но приложение вам само все подскажет, так что за это можно не переживать.
В общем, обычное стандартное приложение, через которое можно настраивать полностью часики. Оно вам, в принципе, пригодится один раз для настройки, далее можно уже все делать в самих часах. Итак, возвращаемся к самим часам, значит, кнопочка верхняя, это значит кнопка «Домой». Опускаем шторку, в шторке мы можем управлять яркостью, прибавлять, уменьшать. Можем включать разные режимы, типа фонарика, блютуза, поднятие, активацию руки, энергосбережение. В общем, здесь есть все. Далее отсюда же мы можем попасть в настройки, посмотреть все, что нас интересует. Как вы видите, все на русском, шрифт очень красиво все выглядит. Опять же, все это во многом благодаря AMOLED-экрану. Итак, средняя кнопка это у нас перелистывание вверх-вниз. Верхняя кнопка, еще раз повторюсь, это кнопка назад. Свайпаем вправо, тут мы можем попасть в меню быстрых настроек. Отсюда можно звонить кому-то, набрать номер и так далее. Далее, нажав на вот эти квадратики, мы попадаем с вами в меню, где мы можем с вами проверить пульс, тренировки и другие режимы. Тут также есть игры, можно поиграть в игры, это очень прикольно и интересно. Angry Birds, эта игра есть во всех часах от этого бренда. Есть также еще одна игра, 2048 называется. Привет, Сири. Продолжайте. Как у тебя дела? Все в норме. Спасибо, что интересуетесь. Часы могут даже выявить ваши эмоции. Ну, вообще прикол какой-то. Тут прям столько функций, которых реально в двух словах просто не рассказать. Если о каждой функции рассказывать, то видео будет идти часа 2-3, наверное. Фонарик, таймер, да, ребят? Ну, я уже не буду так мелочно рассказывать. Давайте мы с вами перейдем к функции тестирования пульса, кислорода в крови там, да, и других самых интересных функций. Посмотрим, как они считают, правдоподобно или есть грешки. Запускаем пульс, одев часы на руки, конечно же, и смотрим.
88 ударов в секунду, неплохо. Идем дальше. И давайте проверим кислород в крови. Я вообще не понимаю, как она может такие вещи считывать. Ну, просто чудо техники какое-то. И вот сообщение какое-то мне даже пришло. Отменяем. Пусть дальше считывает. процентов кислорода у меня в крови. А что, это нормально или нет? Кто-нибудь подскажет? Я вообще без понятия, если честно. И тут даже дыхание могут проверить твое. Ну, это уже вообще просто космос, просто пушка. Написано «Вдох-выдох», и знаете, какую я песню вспомнил? «Вдох-выдох, и мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливых». Помните эту песню Т9? «Оды нашей любви». Вспомнил эту песню. Ну что ж, двигаемся дальше с вами, ребят. И, пожалуйста, вот я сейчас зашел в режим «Стресс». Часики будут проверять, насколько я стрессованный чел. Как мы видим, не сильно-то и стрессованный. Безелем вот так вот крутишь вверх-вниз, очень удобно. На руках смотрится очень красиво, стильно, как вы можете наблюдать. И прям такие вот, ух, видно, что что-то добротное на руках, а не дешман какой-нибудь. Циферблаты можно менять, миллион циферблатов ставить на любой цвет и вкус. Как видите, на солнечной погоде, на улице, при свете дня, все видно четко. Спасибо AMOLED-экрану. Вот, пожалуйста, я померил пульс на улице. Куча спортивных режимов, выбирай, чем ты занимаешься, и занимайся спортом, отслеживай свое здоровье. Нажав третью кнопку, у вас активируется сразу спортивный режим, где вы можете выбрать любой вид спорта и сразу же перейти к нему, да? То есть третья кнопка относится к спорту. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Друзья, ссылка на часы будет обязательно в описании под видео. Понравились они вам или нет, пишите в комментариях. Всем спасибо, пока.